Всем привет и спасибо, что зашли на наш канал и смотрите это видео. Не все сейчас имеют возможность побывать лично в светофоре, но хотя бы вот так, виртуально, вы можете вместе с нами побродить по магазину. Поэтому мы с удовольствием снимаем обзоры и новинок, и актуальных на сегодня товаров. Всем спасибо за ваши отзывы и обмен мнениями. Адрес магазина на экране. Итак, продолжаем. И первая новинка. Нектар вишневый, неосветленный, 3-литровой банки, город Саратов. По внешнему виду они напоминают точно такие же банки 3-литровые на полочках магазинов времен СССР. Но по отзывам качество уже не тех времен. Цена 71,50. Поэтому советовать я его не буду. Посмотрим вот такой сок. Томатный сок истинный. Очень милый ежик несет нам помидорку, из которой будет изготовлен сок. Производитель «Империя соков», город Вольск. Итак, состав. Томатная паста плюс соль. Без консервантов. Отзывы разделились. Половина хорошая, половина не очень. Цена 58 рублей за 2 литра. А может, сок из свежих помидор самим сделать в домашних условиях? Гораздо полезнее. Цена в светофоре на помидоры сегодня 108,30. Привезли из Китая. Я осенью так и делаю. Сама варю сок из свежих помидор со своего огорода. Продажа сегодня киви. Тоже привезли из Китая по цене 114 рублей. Киви неплохо выглядит, вполне съедобное. Смотрим дальше. Кабачки. Есть размером побольше. Тонкая кожица кабачков чуть нарушена при перевозке. Издалека везли, из Турции. Цена 62,70. Посмотрим, что сегодня у нас есть в заморозке. Фарш из мяса индейки. Многие предпочитают такое диетическое мясо, очень полезное для здоровья. Жарить, тушить, варить рекомендовано без ограничений. Фарш весовой 93 рубля за 1 килограмм. В этой упаковке сердце цыпленка бройлера замороженное. Натуральный продукт без ГМО. Весовое за 1 килограмм 199,50. Набор для холодца. Ножки свиные замороженные. Ножки чистые, аккуратно нарубленные части. Весовой за 1 килограмм 51,90. Горбуша свежезамороженная, потрошенная, с головой. В этот привоз рыбины большого размера. Вот это весом 1 килограмм 400 грамм. На сумму 214,56 копеек. На вид через прозрачный пакет рыбины выглядят неплохо. Горбуша весовая за 1 килограмм 157,30. Самая востребованная рыба – сельдь тихоокеанская. На этот раз свежемороженая. В этом пакете вес 1 килограмм 150 грамм на сумму 82 рубля. Мне эта сельдь понравилась не менее, чем горбуша. Видно, что свежезамороженная. Сельдь весовая по цене 71,80. Креветки варено-мороженые, не разделанные. Торговая марка «Арктида». На обороте способ приготовления приведен. Масса замороженного продукта 1 килограмм. Цена таких креветок 180 рублей 10 копеек. Конечно, при разморозке уйдет много воды, но тем не менее раскупает креветки неплохо. В соседней морозильной камере разнообразное мороженое на любой вкус. Вот такое, например, мороженое ванильное «Наша марка». К сожалению, с заменителем молочного жира. 800 грамм по цене 78,40. Мак кофе премиум. Мягкий, 100% натуральный, растворимый кофе. 150 грамм в упаковке. Цена 118,50. Кофе черная карта Gold. Растворимый, гранулированный. 240 грамм в пакете. Цена 236,90. Под торговой маркой «Аристократ» продажи три вида кофе «Капучино». В составе у всех натуральный растворимый кофе и сухое молоко. В чем отличие между ними? Кофе «Капучино Амаретто» с миндальным вкусом. Кофе «Капучино Классический» – аромат только кофе и молока. И кофе «Капучино Ванильный» – в нем добавлена ваниль. 300 грамм в каждой упаковке по цене 120 рублей 90 копеек каждая. Напиток «Чо-какао» растворимый с витаминами. В упаковке с многоразовой застежкой Zip. Вес 300 грамм, цена 28,50.
новинка, только что поступил в продажу Original Blend, эксклюзивный сорт черного чая в пакетиках для разовой заварки. В коробке 100 штук. Информация о цене пока только на кассе. Классическая коллекция элитного черного чая от английской компании Curtis. В упаковке 100 пакетиков. В каждом пакетике 1,7 грамм байхового цейлонского чая высокого качества. Цена 107 рублей. Посмотрите на это разноцветие. Это новинка, полная серия специй «Мой личный повар». Вот приправа «Курочка сочная по-балкански» на 6 порций. Далее гуляш домашний по-венгерски. Чахахбили по-грузински. Паста карбонара по-итальянски. Буженина, запеченная по-русски. Есть приправы и для рыбы. Рыба нежная по-фински. Состав тех приправ из 6 натуральных специй. Вес 35 грамм. Рецепт и способ применения приправ указан на обратной стороне каждого пакетика. Цена 20,50. Каша овсяная с абрикосом и черносливом. Состав: хлопья овсяные из цельного зерна, кусочки сушеного абрикоса и чернослива. Не требует варки, без добавления сахара и соли. 350 грамм, цена 37,50. Крупа ячменная ячневая, Гранта. 700 грамм в мягкой упаковке, цена 17 рублей. Рис круглозерный, Гранта. Из такого риса получается вкусная разваристая каша. Нам понравился такой рис. Сегодня купили второй пакетик. 800 грамм, цена 40 рублей 90 копеек. Россия. Отличная пароварка, по-прежнему в продаже. Двухуровневая, диаметр 28 сантиметров, из нержавеющей стали. У нас примерно такая же, и мы не можем на нее нарадоваться. Цена 563,90. Чайник из нержавеющей стали на 2,5 литра, матовый, со свистком, китайского производства. Удобная ручка, она не нагревается. Цена 381,40. Не нравится кипятить чайник на плите? Есть электрический чайник марки Айчфужу, объем 1,8 литра. Современный дизайн, прозрачное стекло. Имеется автоматическое отключение, скрытый нагревательный элемент. Отзывы о нем хорошие. Легко очищается, накипи нет. Продается в подарочной упаковке. Цена 585,50. Кто-то предпочитает термопот. Это отличная замена термосу, когда есть постоянная необходимость в горячей воде. Это новое поступление. У термопота красивый дизайн, удобная ручка для переноса. Объем 2,5 литра. Производство Китай. Цена 1048,30. Боксеры мужские, 100% хлопок. Плотность ткани 170 грамм на метр квадратный. На боксерах есть блестящая отделка. Шито очень аккуратно. Производство российское. Размеры от 46 по 64. Цена 59,90. Новое поступление. Трусы женские. Расцветок море. Ткань ХБ. Фасон удобный для носки. К пошиву также претензий нет. Сшито добротно и аккуратно. Несмотря на то, что это китайское производство. Цена 39,90. А чтобы овощи выращивать на своем огороде, нужны различные инструменты. Вот предлагают в помощь садоводу такой рыхлитель – землекоп по цене 655 рублей. 5 зубьев на рыхлителе, ширина копки 42 сантиметра. Российское производство. Рядом шланг поливочный, 20 метров длиной, по цене 432,90. Мы такой покупали, служит он недолго, пару-тройку лет – и приходит в негодность. Ведро пластиковое на 8 литров. Цена 51,40. Продажа одного цвета, синего. Ведро оцинкованное, 125,30. Не смогла поднять из упаковки. Огромные стопки мисок. Есть еще вот такой цвет, бирюзовый. На обороте читаем: чаша 2 литра. А цена от другого товара. Миска 3-литровая с крышкой, 52,60. Цена, видимо, осталась такая же и на эту чашу, но не исправили название. Надо уточнить на кассе.
кашпо цветочное «Топрак» на 3 литра. Все они продаются с поддонами. Цена 38,20. Есть еще белого цвета и салатного. Посмотрим быстрое питание. Картофельное пюре быстрого приготовления, торговая марка «Добряк». Инструкция приведена на упаковке. Цена 19,90. И вот еще пюре, торговая марка «Биг Ланч». Картофельное пюре с гренками и курицей. Вес 50 грамм, цена 23,50. Лапша быстрого приготовления со вкусом говядины. Торговой марки «Вот это да». Вес 60 грамм, цена 6,90. Новинка. Паста «Мама», вермишель быстрого приготовления. Мягкая упаковка 60 грамм. Цена 5 рублей. Полезное детское печенье с яблоками и витаминами. Легко растворимое. Рекомендуется детям с 6 месяцев. В упаковке 175 грамм по цене 38,90. Любимое лакомство детям – бисквитное пирожное «Тимми» с малиной и сливками. В упаковке 10 штук. Цена 72,30. Крекер классический «Сладиал». В составе очень много всевозможных добавок, не совсем полезных. 500 грамм упаковки, цена 33,90. Шоколад молочный, пористый. В спайке 3 штуки, по 65 грамм каждая плитка. Цена 68,50. Солнечные россыпи, дроже с витамином С, со вкусом лимона и вкусом детства из далекого СССР. Тот редкий случай, когда конфеты приготовлены по технологии ГОСТа. В упаковке 1 килограмм, цена 71,80. Произведено в России. Печенье затяжное, «Зоология», на сгущенном молоке с витаминами и минералами. Вес 500 грамм, цена 34,50. Печенье сахарное, «Говорушки», с ароматом топленого молока. 1 килограмм, 56,90. Печенье «Овсяный рай». Написано «классическое», но на самом деле в нем много добавок, которые перебивают вкус настоящего овсяного печенья. Вес 500 грамм по цене 28,90. Курабье оригинальное. Сдобное печенье. За 1 килограмм цена 78 рублей. Вот очень вкусное печенье. Больше даже как пряники. Кольцо со вкусом ананаса. 500 грамм вес. Цена 55,50. Производитель «Дымка». Сливочный ирис с шоколадной начинкой. В мягкой упаковке 500 грамм. Цена 72 рубля. Конфеты жевательные со вкусом апельсина. 1 килограмм по цене 130,40. Набор конфет «Цветы жизни». Мы такое дарили своим внукам. Очень вкусные конфеты. 200 грамм, цена 86,50. На школьном базарчике сегодня смотрим карандаши цветные в наборе 12 штук, 26 рублей. Яркие маркеры, набор из 4 штук, по цене 46 рублей. Картон белого цвета собран в книжку, 8 листов формата А4, по цене 22 рубля. Забавная обезьянка на обложке набора картона. Бумага цветная, 16 листов, 8 цветов. Цена 12 рублей. Бумага двусторонняя. Набор канцелярский. Линейка, карандаш, точилка и клей. По цене 49 рублей. Для юных художников в продаже гуашь для рисования. 6 цветов в наборе. Цена 40,50. И на этом обзор на сегодня заканчивается. Если вам это видео было полезным и интересным, поддержите меня лайком и подпишитесь на наш канал. Буду рада каждому новому зрителю. Мне будет интересно и ваше мнение. Пишите свои отзывы. Всем здоровья и до новых встреч. Пока-пока.